Вокзальная площадь дождалась ремонта. Территорию оградили, начался демонтаж старой тротуарной плитки. Как пояснили в администрации, изменится площадь кардинально. Будут разграничены потоки личного и общественного транспорта. Своя зона отстоя и разворотное кольцо появится у троллейбусов. Стоянки для автобусов, такси, гостевая парковка, многофункциональный перрон для посадки и высадки пассажиров. В любую зону площади пешеходы смогут добраться по тротуарам. Запланированная продолжительность работ порядка 3,5 месяцев. Закончат в этом году, если обойдется без форс-мажоров. Дорожный фонд Ивановской области выделяет на эти цели 50 миллионов рублей. Примерно столько же составится финансирование из городской казны. Проект капитального ремонта предусматривает 3 стадии. И на всех этих 3 стадиях подъезд транспорта будет обеспечен. Что касается пассажирского транспорта, а именно троллейбусов, да, у нас через вокзальную площадь проходит порядка 7 маршрутов, и какие-то маршруты отстаиваются, какие-то маршруты проходят сквозной проезд. Разворотное кольцо будет предусмотрено по Карла Маркса и, вероятно, по Громобоя в обратном направлении.